Всем привет! Здесь мы обсуждаем последние события фигурного катания. Скажу сразу, что новость очень хорошая. Сезон 2021 еще не завершился, а в фигурном катании уже начались смены тренеров. Елизавета Берестовская из группы Сергея Давыдова переходит в команду Этери Тутберидзе. Хрустальному досталась еще одна супер-юниорка, но она уже владеет четверным прыжком. Такого, кажется, у Тутберидзе еще не было. В первую очередь стоит разобраться, кто такая Елизавета Берестовская. Этой фигуристке 13 лет, она уже 2 года выступает по юниорам. Начинала Елизавета в Воронежской школе «Хрустальный конек», родом она из города Бутурлиновка. Известность в мире фигурного катания Берестовская получила на шоу «Ледниковый период». Именно Елизавета стала победительницей первого сезона в 2018 году, обыграв в том числе ученицу Тутберидзе Софью Акатьеву. В то время Лиза уже тренировалась у Сергея Давыдова в ЦСКА. За 2,5 года в команде у этого тренера фигуристка здорово прогрессировала. Она разучивала четверной тулуп еще в 2019 году, а в последнее время делала упор на изучение тройного акселя и четверного сальхова. Казалось бы, зачем переходить из сильной группы Давыдова в команду Тутберидзе, если уже владеешь квадом и продолжаешь расти? Причины перехода могут быть в том, что с предыдущим тренером Берестовской не хватало стабильности. Она часто недокручивала четверной тулуп и падала с него. Из-за этого фигуристка часто оставалась за спинами более стабильных соперниц, той же Софьи Акатьевой, например. Также Берестовская не была примой в своей группе. Сейчас самой сильной и техничной фигуристкой в команде Давыдова является, конечно же, Софья Самоделкина. У Тутберидзе она тоже будет одной из многих, однако подход Этери Георгиевны может обрести стабильность, а программа Данила Глейхенгауза раскроет Берестовскую и по части компонентов. Для Этери Тутберидзе появление новой сильной фигуристки тоже весьма выгодно, ведь главный принцип ее группы – это сильнейшая конкуренция. По сути, сейчас в ее команде появляются новое трио супер-юниорок. На смену Камиле Валиевой, Дарье Усачевой и Майе Хромых, которые уйдут во взрослые. На смену им выходят Аделя Петросян, Софья Акатьева и Елизавета Берестовская. Две квадистки, одна компонентная фигуристка. Вам ничего не напоминает? Правда, Петросян идет за напарницами по группе и уже исполняет квад на тренировках, но пока в программу его не вставляла. Вполне возможно, что именно это трио будет выкашивать все турниры вплоть до Олимпиады 2026 года в Италии, пока их не сменят новые звездочки. Ну а пока что хочется пожелать удачи победительнице ледникового периода Елизавете Берестовской и дальнейшего прогресса в новой уже команде, ведь эта фигуристка очень талантлива и способна на многое. Во избежание вопросов деликатно сообщает сам Давыдов. Лиза Берестовская перешла в группу Тутберидзе прекрасного опытного наставника. Бывший тренерский штаб пожелал Берестовской успехов, долгого спортивного и только победного роста. Напишите свое мнение в комментариях.